Прекрасный монитор для древних компьютерных игр. Сервер с буковками это хорошо. Давайте теперь запустим обычный компьютер. Возьмем вот такой вот древний системный блок лежачий, который, кстати, сейчас опять входит в моду. Сейчас я покажу, что внутри его. Ну, это так, для рекламы самого системного блока. И запустим с этим же монитором Hyundai. Креатив Audigy SB 0160. Запас яркости. Итак, приступим к запуску. Некуда. Сейчас резкость наведется, монитор включен. Видите? Выключатель, как я уже показывал, сбоку. Так, теперь убавил яркость. Сразу проваливается в BIOS, потому что стоял не знаю сколько. Вот, прошу. Сейчас выставим хотя бы год, вдруг загрузится. Все отлично. Хотя, как я уже ранее сказал вам, заглянув вперед, что жесткий диск на этом компьютере видно потертый. Или просто дохлый, скорее всего. И диск, и правда, мертвее всех мертвых. Вот такой лежачий Asus. Внутри P4 S800. Два по 512 памяти. И Pentium 4 2000. Жесткий диск, считайте, дохлый или потертый в ноль. Видеокарточка. Единственная ценная самая жесткая. Так, сеть или модем, не знаю, не разберусь. Диск Seagate ST38-02-15A DVD-RV AD70AD, что-то знак вопроса 1, 71, наверное. А, 71, правильно. Так. Все. Выходим. Гиг памяти. Так, у меня есть установочный семерка. Сейчас с DVD-ка загрузимся, попробуем. Так, загрузочку. Pentium 4 2000. Разрешение не тянет для семерки.
сразу 4 экрана, все, завязывает, монитор не тянет. Вот. Все-таки автомат сработал, он понял, что за монитор. Все, жесткого диска нет. Не удалось. Родной пенопластик и снизу. И, соответственно, и сверху. Все. Все. Коробочка, конечно, потрепанная, ну, из-под 14-дюймового монитора. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.